Шпильки, вечерний наряд и романтичная музыка. Вот что мне понадобится для сегодняшнего урока. Знакомимся с самым женственным танцем «Леди Данс». Чтобы поразить вторую половину в день всех влюбленных, не обязательно ломать голову, сочиняя любовное послание. Рассказать о своих чувствах можно в танце. Доброе утро, Наталья. Шикарно танцуете. Доброе утро, Дарья. Это моя авторская новая программа, которая называется «Леди Данс». Хотите, я смогу научить вас этому великолепному танцу для того, чтобы вы смогли подарить своему любимому, своим близким этот дорогой подарок? Очень хочу. Для начала нужно освоить базовые шаги и позы, но с одним условием. Весь танец исполняется только на каблуках. Ну а тем, кто не привык к шпилькам, можно начинать с кроссовок и со временем сменить спортивную обувь на туфли. В этом курсе вы научитесь изящно ходить на каблуках. Ваши жесты приобретут красоту, и вы будете женственны и неповторимы. На уроках «Леди Данс» хорошо развивается пластика, и уже с первого урока появляется раскованность и свобода в каждом движении. Танцуя «Леди Данс», Даша, вы сможете настроить свое чувство равновесия и быть устойчивой на каблуках. Следующий элемент – восьмерка бедрами. От естественного чувственного женского движения. Налево. И теперь выходим в позу, демонстрируем красоту жеста, даем кисть как для поцелуя и делаем легкий обрез рукой, демонстрируем легкую свободную походку и уходим в тайну. В танце нет строгих правил. Главная задача – рассказать о чувствах зрителю и получить удовольствие от каждого движения. Движения в «Леди Данс», они взяты из жизни. То есть так женщина двигается каждый день, из секунды в секунду. Я просто помогаю раскрыть ей ее красоту, оформить красивую походку, красивые движения руками. И это все скрыто в ней. Просто нужно это открыть. Освоив «Леди Данс», можно не только расслабиться на любой вечеринке, но и стать центром всеобщего внимания. Для того, чтобы подготовить целый танец, нужно репетировать один месяц. Но за одно занятие я выучила небольшую связку «Леди Данс», которую буду танцевать в день Святого Валентина.